Мне кажется, я их знаю. Солнце светит. How are you guys? Ребята, всем привет. Всем привет. У нас уже день, мы уже сходили в спортзал, позанимались, все по расписанию. И сейчас мы приехали, знаете, куда? Вообще не угадайте никогда в жизни. Лазертаг. И мы ни разу не играли. Я не знаю, мне будет очень интересно. Прям. Я, знаешь, когда вообще первый раз узнал о лазертаге? Из сериала «Как я встретил». Да, «Как я встретил вашу маму». Да, там этот чувак постоянно играть хотел. Да. Я даже понятия не имел, что это такое. Вот, я не знаю, мне кажется, должно быть интересно. Надеюсь, туда нас пустят с GoPro. И чтобы мы все вам поснимали. Хотя, надеюсь, там вообще что-то видно будет. Короче, я не знаю. Мы сейчас ждем Надю с Вейдом и пойдем вчетвером играть. Хотел сказать, почему одни дети нарисованы? Не, вот, не дети. Какие пушки будут? Да? Привет. Привет! Так, вот он лазертаг. Тут еще всякие развлечения. Сейчас нам проведут инструктаж и поведут в ту комнату. Но мы оставим эту камеру и возьмем с собой GoPro-шку, попробуем. Мы против них? Да. Мне кажется... Yes, the cat! Wait! I feel one! Really? How did you know? I killed one too! Yes! Я тоже! А, he's with you! He's killed him! Погнали в двоечка! Они все съели! Пойдем с нами, они все сверху, одного хил. Пойдем наверх, они все наверху, Крис. Вот здесь, в окне. Вон они, сзади! Гая, гая, мама, гая. Пойдем, пойдем. Крис, убей его! Киса, я спасу тебя! Киса, это я! Их там много очень, я видел. Ребят, первое место, 3100 очков. Я чиз. Ты чиз? Ты смотри, ты на пятом. Как у тебя так много? Потому что я всех убивал. Ты стрелял? Да, убивал всех. Вот какой у тебя? Дузи. Дузи? Дузи. О, найс. It's four. So we won, right? No. Six players, 23,000. Ah, we have just 14. Мы проиграли. Да. Я на первом, в нашей команде. А так я вместе на раз, два, три, четыре, пять. Я на шестом месте. Я понял, почему они набрали столько много очков, потому что там были какие-то цели. Такие шарики, короче, горели. Если в них попадаешь, то дают там по 300, по 500 очков. И они по ним все время стреляли. Вот почему мы так мало набили очков. Еще у нас были две девчонки какие-то мелкие, просто вот такие ростом. И они что-то ходили вдвоем, и их постоянно убивали. И поэтому тоже у них было больше очков. Так-то мы выиграли по-любому, ребят, потому что мы там профессионально. Вы это вообще военный, он там... Flying, hit lowest score. Just joking, just joking. I just told, like, you're a military and you're, like, professional killer. Assassin. Что могу сказать, мне понравилось, и на самом деле это такое кардио, просто 15 минут, мы там бегали как сумасшедшие, я вообще вся мокрая, вся красная, вообще ужас какой-то. Сейчас мы с ребятами поедем играть в бинго. Да, это так странно звучит, но это типа как русское лото. После просто таких, знаешь, физнагрузок пойдем в пенсионерские игры. Да. Мне надо сидеть за столом и циферки зачеркивать. Ну просто ребятам очень нравится. Мы ни разу не играли. И у нас сегодня такой день, типа, первый раз все пробуем. Приехали в казино, и чтобы нам поиграть в бинго, надо сделать сначала карту этой сети казино Arizona Charles. Мы здесь ни разу не были. Представляете, чего Катя, когда бегала в лазертаг, она ударилась. Покажи, покажи. Какой ужас. Просто, говорит, почему там стены не мягкие, а шершавые? Я в стену мелкой, злой. Там еще написано не бегать.
И мы носились как сумасшедшие просто, да? Мы уже пришли в бинго, и сейчас еще мало людей на самом деле. А нам надо купить вот там вот билеты. И мы будем играть. Вот здесь будут показывать циферки. И я дальше не знаю, что будет. Надя уже купила. Ух ты, прикольно. Здесь еще надо купить специальные вот такие вот фломастеры. Это что-то типа как штампы. И мы будем вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик. У нас, в общем, у всех такие бумажки с играми. Их здесь 6 штук. 6 штук. Прикольно. Вот у всех у нас такие вот печатки, штампики. Показать? Да, покажи. Ты какой цвет выбрал? Я не выбрал, мне дали. Зеленый. Прикольно, у меня вот голубой, но где розовый. Представляете, Вейт играл в бинго 4 раза. Знаете, сколько он раз выиграл? 3 раза. Просто professional. Professional. Наше бинго стоит $4. Но... I dabbed with the best. Наше бинго стоит $4, но одна нам бесплатно досталась там по купонам. Вот. И вот мне дали бесплатно этот, как это, маркет. Короче, Катя один купила, мне дали бесплатно, сказали, на, мы тебе займем. Окей. Тут очень сложные правила, тут будет 12 игр и 6 листков с 6, короче, квадратами, это супер-мега-лото. Ребята, это на самом деле вообще игра очень быстро, надо быстро тыкать, тыкать, тыкать. Вот. Вот, кстати, машина, из которой выпадают эти шарики, она их называет. Я выиграл что-нибудь? Что я очень далеко от победы, ребят. M31. So, what's it? Кто-то выиграл там, музыка заиграла. Посмотрите на мои руки. Здесь мы, короче, сидим одни, кто играет с этими бумажками. Остальных у всех электронные менюшки. И там у них по 100 тысяч просто вот этих бумажек, и они все делают электронно очень быстро. И поэтому они все время выиграют, а мы нет. У нас бумажки эти, у нас только одна. Ребят, Катя очень близко, у нее одна. Покажи. Бей. Yeah, we're fine, thank you. Спасибо, Инга. B2. And 40. Все, выиграл кто-то. Блин, Катя так близко было. В телевизоре можно посмотреть шары, которые выпадают. Последняя игра, и нам надо зачеркнуть все квадратики. Все квадратики надо зачеркнуть. Катя осталось 2. У Кати осталось только 2, смотрите, чтобы она победила. У них нету точно. У меня осталось 4, вот здесь самое ближнее. У меня это 4, раз, 4. Надо было все зачеркнуть. Мы ничего не выиграли. Просто посмотрите на эту кучу бумаг, которые у нас здесь осталось. Как-то так, ребят, потому что все эти жулики сидят с айпанами с этими. Возле казино находился магазин, и мы... Смотрите, я Надю сейчас покажу. Покажи. Зачем ты просто? Я тебя... Чего я не могу? Я сказала, ты так делаешь? Мы ищем бутылки для спортзала. Красиво! Мы нашли что-то очень похожее, как было у нас, за $7, но мы ищем что-то. Ищу бутылки, где они? Я, короче, не могу их найти. Катя сначала такая, давайте возьмем такую штуку, возьмем большую оливковое масло бутылку и будем сюда переливать. И смотри, как удобно наливать, да? И потом посмотрела такая на очередь, такая... Ну нет, передумала. Кисы, я снимаю тебя. Beautiful. Все пародируют Надю. Вау!
Beautiful. Oh, look what inside. Смотри, что внутри. Оливье, ребят, это обязательно. That was what we bought, no, yeah? No, we bought different a little. А, у них есть сейчас такая. No, может, тебе нужна cutting board? Скорее резать. Ну, мне нужна вообще, мне все надо. А, я такую хочу, что же. Ну, не такую маленькую, такую, чтобы это... So every single bowl Nadia finds, she's like, oh, look, it's perfect for salad. And I'm like, Nadia, you already have like many bowls because you said for salad every time. А, вот такая, смотри, прикольненькая. О май гад. Вот, эти, кстати, прикольненькие. Вот, вот такие бы я лучше взял, чем ту. Но она должна темная быть. Почему? Темная, она сохраняет все. Ну вот у нас винегар мы можем сюда залить. Тот наш офигенский, который мы купили. Солванги. Катя, смотри. Ты хотела купить салатку, всего $14. Это прикольно, там уже специи есть внутри. О, кстати, и авокадо ойл продается. Beautiful! Is it ceramic? Mm-hmm. Yeah. And it comes with a It's beautiful. Там просто один нож и все? Нет, почему? Много. Все эти ножи? Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит? Тут написано 12 писец. Вы не понимаете. Так они сошли. Он сидит 5 раз. Да-да-да, сколько стоит? Сколько стоит? From 40 down to 18. $17? 18 долларов. А стоило 8... Ой, 40. О, beautiful. I saw it, some American kids like to do it. Like you can make what kind of not ice cream, but kind of like странный какой-то напиток. Типа как колотый лед, и он так долго как-то не делает. Slushies. Slushies. Oh, oh, you know what? I understand what they do. Look. Да, explain. Короче, добавляете сюда это магические кубики у них есть внутри, и она быстро замораживает любую жидкость, и поэтому она становится такая слаще. It freezes quickly. Yeah, that's cool. Я чувствую, как у меня волосы воняют. Курю? Вы вообще в казино зайдешь, просто метр пройдешь, там все курят, и ты уже весь воняешь. It's so cool. It's so cool. No, look, you have some lunch. Like there's smoothie and there's some stuff. It is cool. And вот это тоже прикольно. Что это за дело такое? Okay, let's go, guys. Мы нашли похожие бутылки на наши. Тоже они, в принципе, прикольные. Но решили еще посмотреть в другом магазине. Я все-таки купила себе вот такую вот бутылочку для масла. Она стоит всего лишь $3, и в принципе такая, какая мне нужна, я давно хотела. Мне кажется, я их знаю. Солнце светит. Что-то она объясняет ему. How are you guys? How's it? Good to see you. Yeah, we miss you guys. Where have you been? Been, you know, around, just doing everything. We're going to Texas Station now. Oh, can we go with you? Yeah, come. Oh, cool. So let's go. Мы играли в бинго, короче, и мне две не хватило. Ну. Да ладно. Знакомая история. Мы проголодались и пришли в Зупас. Уже очень давно здесь не были. Очень мы сильно проголодались и вот взяли себе по сэндвичу и по салатику. Так классно все выглядит, да? Да, пойдем туда подраться. Давай. Здесь такие прикольные напитки, мне очень нравятся. Вот, вот этот даже очень вкусный, с огурцом. Это гранат, лимонад с медом и апельсиново-ягодный. Давайте вот этот возьмем.
меня вот такой вот салатик, он с клубникой, клюква здесь, яблоко. Вот такой сэндвич с курицей и на вот таком цельнозерновом хлебе. У Паши сэндвич с индейкой вроде или с ветчиной. И салат у него с беконом. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Мы уже покушали, и у нас сегодня прям такой насыщенный день. Мы сейчас приехали на картинг, покататься на машинках. И здесь прям столько людей, да, веселятся. Тут есть еще вот такие аттракционы, но мы не будем на них кататься. Мы на машинках пойдем кататься сейчас. Ну, главное забавное, что я как бы на машине постоянно езжу, и тут еще на картинге покатаюсь. Ну, почему бы и нет? Мы взяли билетики, Паша одел камеру, и сейчас идем, там, по-моему, очередь, да. Возможно, и такая ситуация. Мы сейчас тоже поедем на этих драндулетах. Так, что делать? А почему? Она у меня не едет. У меня тоже. Это Катя! Эти дети постоянно врезались, и поэтому мы медленно ехали. Вообще не очень. Сейчас мы прокатимся на других картах, здесь другая трасса под наклоном. И вроде вот эти карты побыстрее должны ездить. Просто девчонки остались втроем. Катя обходит свою оппонентку. Давай, газуй, газуй. Фух, наконец-то мы дома. У меня просто на голове какой-то ужас. Волосы вот так вот. И я на самом деле так устала вообще. Особенно вот после кактинга. Потому что голова прям вообще трещит от этого шума всего. Вообще гудит прям. В общем, мы пошли в душ, потому что у меня еще и все лицо пыльное. Я пошла в туалет вот так вот, ну что-то думаю, что за пыль? Начала стряхивать ее, и просто у меня вот такие черные полоски. Вот, но этого точно не видно, мне кажется, на камере. В общем, мы будем уже с вами прощаться. И всем до завтра, всем пока. Пока-пока. Где ты? Можешь чуть-чуть? Паша тоже очень классная вообще прическа. В общем, мы пошли в душ.